Эти дома выросли на пустыре буквально за месяц. Далматовские дети-сироты получат ключи от новых квартир уже в конце ноября. Дома утеплены, проведен водопровод. В ближайшие дни строители установят окна, двери, проведут газ и электричество. На сегодняшний день заложено 2 4-квартирника. На 1 4-квартирник еще как бы уже готовится аукцион проведения строительства. То есть в перспективе будет 3 4-квартирника построено. Это 12 квартир. Сейчас юноши и девушки, которые ожидают получения квартир, проживают в общежитиях или снимают жилье. Всего в очереди за жилплощадью в Далматове стоят 34 сироты. Главной причиной строительства новых домов является дефицит малогабаритных квартир на вторичном рынке жилья. По закону, каждый выпускник детского дома, достигший совершеннолетия, должен получить квартиру не более 33 квадратных метров. В настоящее время таких практически не осталось, и средства, выделяемые районом области на покупку жилья для этой категории населения, остаются неосвоенными. Проблема приобретения на вторичном рынке жилья, потому что обеспечивали участников Великой Отечественной войны жильем, то есть квартиры как бы вот эти раскуплены. В целом на обеспечение квартирами детей-сирот в Зауралье из областного и федерального бюджетов выделено 250 миллионов рублей. Из 1300 человек жилье в этом году получат 286. Губернатор области потребовал освоить выделенные средства до конца года. Юлия Васильева, Александр Менщиков, Сергей Абалмасов. Телекомпания «Регион-45».